Всем привет! Вы на канале Мир на ладони 2020. Сегодня с вами Александр и мой друг из Санкт-Петербурга Юрий. И у нас вторая часть большой глубоководной рыбалки в Индийском океане. Мы не едем никакую коммерческую туристическую рыбалку, мы будем сегодня рыбачить на большой глубине с местными рыбаками. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, будет очень интересно. Вы узнаете, почему у меня замотаны эти два пальца уже очень-очень скоро. Поехали! Так, за нами приехали, подобрали нас и отправляемся на большой ботик туда, на котором мы уже пойдем в океан, и там будем уже ловить рыбу. Все происходит достаточно вовремя. Как договорились на полседьмого, так на полседьмого за нами пришла лодка. Лодки рыбаков — это те, которые ходят на кефаль. Ее здесь много, ее любят, и другие рыбаки, как в большинстве, ее используют для ловли крупного хищника. И вот мы подходим к нашему, вот наш сегодняшний основной дом. Morning, Roy! Fine! Ребята сетями достают свежую кефаль. Вот видите, подъехал наш один из наших рыбаков и помогает им доставать вот сети. Надеемся, что они попали на косяк кефали. И у нас сейчас будет свежая кефаль, и на нее очень хорошая рыбалка всегда. Чем свежее рыба, на которую вы ловите, тем рыбалка просто замечательная. Вот такой вот бот. Вот смотрите, здесь вот холодильники, сюда рыба складывается, там находится сухой лед, двигатель мощный, полноценный. Лодка около 10-12 метров. Вот нос, кают-компания. Видите, два человека могут спокойно здесь спать, закрыться в случае, если будет какой-то шторм. Иду я посмотрю, что там делает Рой. Да, вот он проверяет двигатель, инжен, чтобы все хорошо работало. Дизельный двигатель, вон два аккумулятора. Да, вот радар. И GPS. Вот, да, и GPS есть у него. Есть хороший сканер дна. И есть навигейшн, это его хозяйство, капитана непосредственно. И вот подвезли свежую кефаль, видите, как ее много. Будет рыбалка сегодня хорошая, потому что она свежая, видите. И хищная рыба будет охотно идти на свежую рыбу. Вот команда сейчас будет перегружать ведрами в холодильник эту кефаль. Вот так они каждое утро набирают кефаль и ходят далеко в океан, чтобы добыть себе большую рыбу, продать ее и иметь средства для существования. Рой завел двигатель, и мы потихонечку начинаем наше движение в сторону океана. Но сегодня нет волны абсолютно, так что все будет спокойно. Вот такие красоты открываются. Сейчас где-то около близко к 8 утра, пол восьмого где-то. И мы отправляемся уже непосредственно на рыбалку. Кефаль в пакетах складываем там, где лежит сухой лед, чтобы она не испортилась, ну и не замерзла. Все, мы вышли на фарватер, и потихонечку наша лодочка поворачивает вот туда, в открытый океан. Красиво, очень красивое утро. Юра наслаждается видами. Вот для троллинга я соорудил такую вот снасть. Вот такой вот большой, с большой лопаткой углубляющий бобер. К нему привязал трос метров 5, а потом уже 25 метров шнура. Вот, получилась такая снасть для троллинга у меня. Сейчас буду ее экспериментировать, использовать. Акула, соседи эти, и избавиться от нее очень сложно, потому что все дубасит ее, дубасит. Ну, небольшая где-то, метровая акула. Но убить ее очень сложно, эту акулу. Вот еще пришли рыбаки
уже у меня есть на жидке рыба. Опа! И у меня первая поклевка. Надо тянуть очень быстро, иначе уйдет. Надо тянуть очень. Надо. Тянуть надо очень быстро. А? Видите, она сейчас идет нормально. Пока она поднимается вверх. Дала слабину. Надо быстренько ее вытягивать. Быстренько вытягивать. Надо грубо. Рыба, рыба. Опа, рыба такая шахил. Рыба, рыба. Рыба, рыба. Видите, только забросил сразу рыба. А когда вымотаешь эти 50 метров. Ждем, ждем грузик. Рыба, рыба, фиш. Вот мы уже видим белое пятно. О, все. Грузик. Да, да. Да. О, смотрите, какая красавица. О, сама. Сама. Раз. Глаз. И первое. I'm first. Catch. Все. Можешь поздравить меня с первой рыбкой. Юра посмотрел, как это происходит. Сейчас. И он... Ловит. Да. Опа, и сразу. Опа. И сразу пошла, надо быстро тянуть. Вот так разминаться. Раз. Думаю, шестра. Вот моя вторая уже подходит. А? Там рядом с чем выходит. Ну как? Прикольно, да? Выбор-то, да? Вот подтягивает. А? А, акула, да, шарк? Да? Ага, там две разные. Вот она бегает. Все. Убежала обратно. Убежала обратно. Опа. Надо заглушить ее обязательно. Окей. Вот он достает. Видите, как торчит рыба. С Юрина. Большая рыба. Да, вот. Вот видите, он с синей лодки достает. Тоже. А там какой-то другой. Да, 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 какой-то другой. Рыбку помыли. Рыбалка идет вовсю. Но я все-таки хочу попробовать на свою снасть. Теперь смотрим, что с этого получится. Не знаю, выдержит ли эта удочка что-нибудь, но тянет хорошо. Ничего, работает пока. Пока она дает жару. Опа, мы тянем. Ничего, удочка держит. Мы смотрим, что все нормально. Но это уже интереснее, ребята. Тут бегает Юрина, чтобы она меня не запутала. Вот пошла вверх, 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 вверх. Сейчас подходит моя. Вот, подошла Юрина. Опа! Опа! Снять хочется. Все этот процесс. Опа! Все! Ну, недолго, ну! Ну, недолго хватило спиннинга. Но рыбу мы все равно достанем. Пошел на грузик. Вот, и пошла рыба. Вот. Ну, рыбу вытащили. Все равно. А. Ну, это еще раз подтверждает, что китайские спиннинги не очень надежные. Вот здесь вот он сломался. Но боролся он достаточно долго и интересно. Поэтому имеет место на жизнь. Спиннинг уже сломался. И мы вернулись к старой традиционной рыбалке.
так как они ловят. О, видите, акула плавает вон. Маленькая акула. Совсем не маленькая. Надо успеть быстрее, чем акула ее съест. Иначе акула... Так. Все, получай гранатой. Смотри, как красавец. Все. Вот местные рыбаки переговариваются между собой. Юра. Ну, в ожидании рыбки. Идет. Со стороны кажется все это легко. Но на самом деле все это очень и очень нелегко. Вот так. Я решил не... Опа! Все, видите, рот открылся, все. Вот. Юра вытащил рыбку. Рыба! Рыба! Вот Юра снова борется, все. Тяжко, тяжко. Да, давай, давай, квикли, квикли. Опа. А? Клев немножко затих, и вот мы решили пообедать. Мила мне собрала вот такой вот тормозочек, колбаски, сырочек, помидорку я уже съел. Две такие вот из овсянки, такие вот батончика. В общем-то, ей немножко бананчика. Это достаточно, чтобы перекусить. Ну что, кушаем, а потом обратно начнем ловить. Переходим в другое место для ловли со дна. Вот смотрите, грузики. Килограмма 5, наверное. Готовят снасти нам для глубоководной ловли. Приготавливается наживка. Полосочки для больших крючков для ловли со дна. Это рыбалка на красного снайпера, на окуня, на группера, то есть на всю донную рыбу. У роя стоят точки, и он по GPS ставит маршрут и идет на стоянку. Итак, мы подошли на другую точку, и мы уже сосредоточились с Юрой и подготовились к ловле к донному методу. И вот мы уже имеем вот такой вот результат. Видите, вот стоят заготовленные куски. Говорит, thank you for you. Да. Они очень сильно нам помогают во всем. Вытаскивают рыбу, бьют ее, насаживают. И рыбалка из-за этого получается очень увлекательная. Ну, кто хочет, может это делать и сам. Ну, в общем-то, они отрабатывают сервис, который мы оплатили. Я считаю, что если вы выберете этих ребят, вы ничего не пожалеете. И пошла катушка, закинул, и катушка пошла туда на дно. Вот. Он предлагает Юре приступить к работе, он тебе показал. Да-да. Так, там уже фиш, maybe, да? Да-да, уже есть, как говорится, рыба. Словли, медленно надо. Юра, медленно. Вот пошла леска, шнур закончился, и сейчас должна появиться рыба, по идее, какая-то. Мы не знаем, что это еще будет, но рыба уже есть. Не бьется она. Но не бьется она, еще не поняла просто. Это надо распутать сразу, видишь, и одевать, вот так вот нанизывать сразу на борт крючки, распутывать и нанизывать. О, красавец. О, какого красавца. Поймал Юра. А, тут все впереди еще, да? И моя рыбка, мой вай, моей жены Милы. И поменьше, и побольше. Видите? Только. Ого! О, смотрите, какая. Вау, это килограмм, 6-7 килограмм. А, big size. Вон такая рыбка попалась на глубоководную рыбалку. Вот, видите,
грамм 12. Да. Так заканчивается наша вторая рыбалка здесь, на острове Майе, с этими замечательными рыбаками. Мы провели целый день и получили массу удовольствия. Если же вы захотите, вот мы вдвоем сегодня с Юрой, если вы захотите повторить наш подвиг, пожалуйста, ссылочки, телефон, Роя, звоните, заказывайте себе рыбалку, получайте массу удовольствия. О, Red Snapper. Он какой хотел? Руба. Red Snapper. Обалдеть, какой хороший. Он ту большую тоже дает? Да, ты какую хочешь большую? Наверное, Snapper.